Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Помилуй меня грешного. Номер 297. События дня. 1 Петра 4.7. Впрочем, близок всему конец. За 4 октября 2016 года. Здесь между четверкой и семеркой должна стоять двоеточие, но система не пропускает. И только когда начинаем вставлять непосредственно уже на Ютубе, там разрешено. Так что удивляться не надо. Не через запятую, как православное, это значит не знающее Писание. А нужно именно через двоеточие глава от стиха. Далее. Вот здесь я даю данные несколько, чтобы люди обратили внимание. И об этом просят составители дальнейших роликов 25. Сделайте известным. Дальше. Перепост, как называют. Об этом человеке, сотворившем невиданное злодейство в стране, 20 лет эту заразу распускал, травил людей друг против друга, слово секта, тоталитарная секта, и вообще ничего не понимают люди, ни Христа, ничего, секта. И вот я здесь и показываю, уже начинает занозиться, хватает их. А сколько это можно, вы указываете, ну немного. Ну, хотя бы год-то надо показать, чтобы люди остановились, задумались. И вот то, что я здесь указываю, быстро провожу. Вы сами посмотрите хотя бы один-два ролика. Что за человек этот? И вы-то сами почему не доходите до этого? Мне это понятно. Будет время, мы уберем. Я показывал, как эпиграфом шло там. Вокруг измена, трусость и обман. А всего-то ничего. Тут 297 событий показали. Так что придется, ну, прокрутите. И следующие там будут события, важные события дня, которых у вас нету, о которых, может быть, тоскует душа, что нет возможности иметь эти события. А то, что смотрят люди телевизор, узнают там, где, кто, с кем целовался, Порошенко с Эрдогеном, нам-то какое до этого дело? Все это уже заранее запланировано, во-первых, от Бога. А во-вторых, здесь на земле масоны, билдербергский этот клуб, комитет 300, все это по протоколам масонских мудрецов, насколько возможно, выполняют и делают. Так что от нас ничего не зависит. Зависит только то, что мы сами будем ходить по евангельским заповедям, каждый день готовые отойти. Близок всему конец. Отойти, то есть умереть. Вот сейчас я показываю здесь, быстренько прокручиваю. Где надо кому, там тормозните. Я выделяю жиром, активирую эти вот буквы, чтобы мне видно, насколько продергивать, а не то, что именно это обратить. Тут найдете для себя пищу. Сегодня не стал показывать, даже где у нас тут события меняются. События дня. Прошедший день. Вчера вторник. Мы готовились 10 октября, как всегда намечено возвращаться. Но не получилось. 10 попадает на понедельник. Виктор Николаевич говорит, не могу в этот день. А вон шофер на нашей газели. Отвезти нас с тем, что у нас есть огородная живность. Попросили деревенские оставить Никиту, чтобы он пас. Видите, изменения какие. Виктор Николаевич, мы попросили тогда, ну давай тогда воскресенье. Воскресенье не могу. Видите, как мы зависимы полностью. На субботу. Ну, на субботу в 7 утра договорились. Все, я выезжаю, Володя и Надежда Васильевна. Грузимся. Все. Вчера звонит, мы на огороде работаем. Убираем, копаем морковь, свеклу, капусту. Звонок. Прогноз погоды такой, что будут сильные дожди,
И можем застрять, то и другое будет. Вот там нельзя. Я ему сразу сказал, ну и в прошлом году тоже какие-то препятствия были. Пришлось Андрея садить на машину. Вот. Андрей Устинов возил нас. Нет, так. Я говорю, ну теперь как? Ну, в пятницу, то есть послезавтра получается. Ну и выехать нужно будет после обеда. В пятницу у него занятия в школе, он учитель. А у нас-то работы сколько здесь, непощатый край. И надо переезжать, все вещи перевозить из лагеря сюда. Тут столько делов, и все это теперь еще на один день уменьшилось. Тут даже баню истопить, и то уже надо завтра топить, четверг. А пятницу еще только простились, сели и поехали. Вот такая вот неопределенность. Она сильно меняет планы наши. С пищей там не разобрались, почему-то она не топится у Никиты, где Павел был. Полезли на крышу, он заметил, две шиферины сползли, а там высота какая уже, третий этаж. На высоте, на верхотуре, я вчера им закричал, сласть оттуда, уже холодное время, вечер, солнце закатывается. Заметили, Володя заметил вовремя, как это сделать? Сначала сегодня нужно сделать лестницу особую, которая крепится за конек. Это сколько делов уйдет время-то? А у нас еще и насос неубранный из озера воду качает. И шланги на огороде, и в лагере. И все, все оттуда убирать. Это все надо вместить. А Никита опять пасет сегодня. Там-то думали два дня будет, а здесь остается один день только. Там думали три дня, остается полдня. И вот эти события у нас простенькие, но это наша жизнь. Вот мы вчера сделали балкон, где Павел поднимал колодки. Ну, у нас пчел-то нету, и то никто не будет поднимать. Это там целая система. И колодки он на карнизе устанавливал на такой высоте. Говорят, там хорошо, защита от ветра. И вчера я туда привел посмотреть, какая красота с балкона открывается. Балкон, там, ну как балкон, всего лишь там доски лежали. Вот мы посмотрели, которые испорчились уже от времени, все же на дожде. Новые доски, сороковку, все это заменили, со всех шести сторон пропитали отработкой, и дальше стали строить ограждение, чтобы выходить можно было. А там не надо ни зашивать, ничего, все открыто. Это увидите в дальнейшем где. И я туда завел показать, так им говорил, и они согласились. Надежда Васильевна, моя помощница, и матушка Людмила Ивановна. Вот. Трудно им туда было подниматься, 13 ступеней. Но залезли, посмотрели, и все. Там уже время позднее было, может, не стучали, съемка не удалась. В комнате там электричества нет, не провели, ждали, приедут, все закупили. И трубу, не знаю, бандаж купил, нет, Виктор. Этот Барабаш Игорь, вчера он был в городе. Ну все, все просто схлынуло, и все так спрессовано, и не знаешь, за что взяться. И свое пишу, вот с собой что брать по пунктам. Уже где-то 20, наверное, 7 пунктов, которые, вот там и телевизор, вот это сказать, процессор, и монитор, и к нему, и глазок, и все, и у меня и кошки взять с собой. Две кошки и котенок тут появился. Наказ о голубях. Как, в какое время к нам кормить, поить. Кто имеет пройти в наш дом, забрать кабель, когда приедет электрик из Романовского района, специально теперь так. Установить это надо все. Вот. Ну все, 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 все. Еще-то все равно где-то как-то будет забыто. Шарик остается один. Кому его наказать, кто его будет кормить, кто выгуливать. Вот все это надо обдумать. Обдумать и не сделать надо, не просто обдумать. И вот мы на вчера снова все планы наши поменялись. У нас рассчитано, какое время, как мы входим в график. И опять сбито, теперь не знаешь даже, что оставить недоделанное, куда уже и не заходить на дом. Володя думал, хлеба на печь, теперь хлеба не надо. Уже не успеваем ничего, это много времени отнимает. Звонить в Барнаул надо, чтобы там нам приготовили все. Договорился, что приедет программист,
Виктор и там установит на меня, я сам не разбираюсь, все провода куда надо, и тем более у нас от одного модема 3 человека, это провода в другую комнату. Ну все надо посоединять, а он быстро это все сделает. А теперь меняется, теперь я заново должен перезванивать и в другой день, а в другой день это не суббота, он сам на работе, видите, ну, не можем мы сами справориться, потому что кто-то выше нас, вот у нас выше оказался Господь Бог, вот погода такая, там кто-то еще, метеорологическая станция сообщает, да будет он дождь или не будет, неизвестно, но музыку заказываем, говорится, не мы. Дирижером в данном случае Виктор Савченко. В такой-то день все. Кверх ногами все наши планы. А это время, день, перевозить это так много. Они там еще находятся. Не могу перетащить. Максим, это остается. Никита переходит к Вите жить. Тут, ну просто не перескажешь, сколько всего. Это же деревня. Ты ни от кого независимая. И о транспорте. Ну и обо всем. Она не ладится, машина что-то там где-то протекает, и не знаю я где. Вот так. Только ехать. Ну, каждый килограмм дорог увезти. Там Надежда Васильевна, у меня редька, у меня то другое. Вот. И у нас свое, и тыква. У меня тыквы много. Ну, много мы не можем брать. У нас же не грузовая машина-то. Хотя называется грузопассажирская, только для себя что-то. Да раздай тыкву. Мы оставили 17 тыкв. Все раздали остальное. Даже 17, наверное, нету. Тоже уже огорчение. Да я ростила, ты уже отдала. Да в городе нуждается капустой, весь город не снабдишь. Подходит в это время матушка. У меня голова болит, надо в город ехать. Чего надо? Голова болит. Какое отношение? Под 80 лет и к врачам все время лезет. И отказать нельзя, и не могу взять. Я говорю, сколько весу? Килограмм 70 есть? Есть. А вот это для нас 3 мешочка с картошкой, с чем-то мы везем. Которые определенно уже от нас ждут. Тут подходит Андрей, двое у него там в городе. Возьмите мою картошку. Можете взять. И я говорю, ну придешь, постоишь рядом. Если нет, то нет. Мне увезти людям, то другое. А ты прилепляйся на какую-нибудь машину, на поезд и поезжай. Я не хочу, но получается, ко мне подошли. А Виктор Николаевич направил ко мне. Он что? Он только рулит. Загрузка-то от меня, а он смотрит на рессор, они в обратную сторону уже выгибаются, ломаются. Ну вот такое дело, это наше событие за прошедший день. Мы решили малей начинать пол перестилать, он так как попало, доски были набросаны у Павла, свои доски сороковку туда, а утеплитель, ну, получается на полу, а это потолок первого этажа. И многое пришлось оттуда вынимать лишнего. Насыпал для тепла, ладно, для пола-то как, лежит не на лагах, а на опилках. И все это надо было поднимать. А пылище опилки, смешанное со шлаком, глаз не видать. Но что в субботу мылись, ничего нигде нету. Ну просто толстым слоем пылью покрыты, не видать друг друга. Такая пыль поднимается. Это нужно об этом думать, как теперь хоть маленько это помыться надо. Я все таскал, Володя... Там и выбрасывал вниз. Ладно, не ладно делаем. Начали доски поднимать на такую высоту тяжелую. Это, с этим смотреть надо, какой у нас балкон, где протянуть теперь доски, в какую щель уже сделали. Ну, на ходу все это смотришь. Ну и покажу сейчас наши ресурсы. Вот главное, и люблю я его очень, мой мир. Вот другие есть там где-то у меня страницы. Ну там я с голубем, просто вот в шапке стою. Вот здесь можно писать, заходить. И вот, во свете Библии православный форум. Вот сегодня вопрос задает, человек новый пришел, исследователь Алексей, исследователь. Что он исследует? Вопросы о том, что тронноверы доказывают, там явления разные. Лешие, домовые. Да мне зачем это нужно? У меня стихотворение на том написано. Отвечать тут нечего. И зачем мне это нужно? Молись, крестное знамение. Православный видеоканал, открытый Богом, и опять же во свете Библии. И вот сегодня я поставил, сколько тут прошло. Уже
19 минут, вот 8 просмотров. Сарай под замок, нас убивать не надо. Вот. 19 просмотров за 18 минут. Рыба, кошка, Муссолини, Гитлер. Фильм так. Ян Златоуст. События дня. И вот покажу под замком, сколько еще в запасе. Уже ролики готовы. Уже стоят. Теперь только снять замки. Мне этим занимаюсь я. Никто не имеет права делать. Вот многие модераторы помогают с разных сторон, где в разных местах жительства. Вот здесь, видите, какие ролики впереди, можете уже посмотреть. События дня, вот сколько идут. Так. Ну и большой наш ресурс, это во свете Библии, сайт. Вот здесь для Слова Божия нету все, как бы срез истории полувековой. Наши дела, это в основном, что документы и какие были публикации в средствах массовой информации. Здесь районные, краевые, российские, зарубежные. К истинному православию. Вот. Три книги, Новый Завет с толкованием, они в открытом виде. И только ткнешь, и сразу оглавление. Ну и самое главное всего, что здесь есть, все, это ответ 4124. Я уверен, сегодня ответов таких нигде нету в интернете. Нету. Это 4000 ответов, которые совершенно разница от всех, какие дают. Ни один священник, никто так не ответит. Почему? А они связаны с чем-то. Я ничем не связан, свободен. Свободен. Бог так это устроил. И от нас это не зависело. Каждый вопрос отвечается по четырем параметрам. Что говорит Святая Библия, что говорят святые отцы, а это 300 томов фолиантов огромных. Что говорят жития святых и каноны церкви, книга правил. Ты должен все время на любой вопрос держать. Это и учитывается мировая литература и поэзия. Все здесь есть. И разбито 55 папок. Первое начинается... Бес и колдовство, как раз Б, дальше Библия, и заканчивается Царь, Церковь, вот Царство Небесное. Вот на этом все. Наши события какие? Прошедшего одного дня. Мы когда оглядываемся на один день здесь, смотришь, неужели это все в одном дне было? Вечером уже, ну вот-вот уже солнце закатится. А Барабашу наказано было купить две плиты для Никиты, плиты на печку. А у них ни копейки нет, это я все покупаю. А у меня самого денег нет, это Господь дает нам через своих служителей. Вот, привез ли он трубы на крышу от печи ставить. Простые маленькие дела, но из этого состоит жизнь. У Никиты тоже нынче забота тут. С пчелами что-то он тут возится. Я нигде не вникаю, не трогаю. Полная свобода. Свобода. Нет свободы, когда мы все вместе, мы связаны в одной вязанке. И поэтому никуда не отступать. Тогда у нас все идет по намеченному. Один отошел или что-то другое, и ничего и нету. Вот сейчас я еду в лагерь. Там готовит Володя поесть. И запишу с Никитой наказы ему. Главный наказ – ничего не изобретать. Он живет, как будто ничего не видел. Первый день родился. Уже 100 раз видел это дело. Все равно делает что-то по-своему. Я не помогу на сей день понять, что это. Одержимость бесовская или дурь, или эгоизм беспредельный. Ничего не могу понять. Почему? Ну ты же видел, так вот делается. Копать вот так. Ну а почему? Рубить вот так надо. Раз, вывернет по-своему. Ты где-то видел, так делает? Нет, не видел. А зачем же ты это сделал? Погибает вещь, погибает дело. Человека мог ударить, убить здесь. Глазами хлопает, дальше нет. И другого нет. Вот ему уже тут, видите, путь какой открыт. Уже хозяин дома, а его абсолютно безразличный. Ни одной дыры не закроет, стекло не вставит, забито, разбито. Совершенно отсутствующий квартирант. В любое место перейдет хоть сегодня. Ему ни дом, ничего не надо. Говорили, Никите, надо домик какой-то приобрести, большой дом. Усадьба, крепость, все есть. И все уже настраивается на то, чтобы там обделать и остальное. Ни гвоздя не забьет, не тронется. Абсолютно намертво безразличный, есть это или нет.
Не говоря там птицу завести, гусей, куриц этого не будет никогда. Скворечник сделать никогда. Нигде никак. Поел, встал, все. Вот толкнешь, будет делать. Сейчас спасти, видишь, ничего не отвечать. Спасти, все, он выгнал, палка в руке. Дальше коров куда завернуть? Помолитесь, чтобы как-то нам тут сориентироваться с ним. Мне это непросто. Потому что это уже не Виталий, это не Роман, который прилежал. Путь открыт ему. Показал и уехал. Никита уже пускает корешки здесь. И, ну, так нельзя жить, что кто-то бы делал, а я бы приходил и нахлебником был. Все, что мы сидим, делаем, где за столом жареное, пареное, это надо вырастить. Надо заботиться. Дом, дверь открыть. Ее надо сделать, дверь. Дождь идет, а ты в тепле сидишь. Должен быть. Уголь кто-то добывает нам. Дрова сами делаем. Кирпич кто-то делает. То есть сердце должно быть наполнено благодарностью, что есть люди. Ты должен удивляться, как они сумели это сделать. А я не умею. Я не умею. А нам говорят, да вы больше делаете. Да это что? То другое. Я никогда так не считал, что я делаю больше. Наоборот, я вижу, что люди больше знают, больше умеют. И... Но я что могу делаю? Делаю. Ну, еще спрашивают. Все истерзано, изработано. И руки, ноги поднимаются даже кверху, и колени не сгибаются. Ну, благодарение Богу за это. Опять встал, тихая, мирная ночь прошла. Вот на этом у нас сегодня все.